Наверное, меломаны крупных культурных центров по-хорошему позавидуют строителям КамАЗа вот так запросто встретиться с популярными артистами. Этот закон на себе испытал, ведь даже Эйнштейн, физический гений, весьма относительно все понимал. Оделся по моде, как требует век, вы скажете сами, да это же просто другой человек, а я тот же самый. Вот уж действительно все относительно, все-все, все. Набедренный пояс из шкуры пантеры. О да, неприлично, согласен, ей-ей. Но так одевались все до нашей эры, а до нашей эры им было видней. Оделся по моде, как в каменный век, вы скажете сами, да это же просто другой человек, а я тот же самый. Вот уж действительно все относительно, все-все, все. Гастроли Московского театра на Таганке под руководством главного режиссера Юрия Любимова прошли с большим успехом в Набережных Челнах.